Мне кажется, если бы кого-нибудь другого поставили бы на эту роль, то он бы скатился в кринжатину какую-то, серьезно. Тебя все сделали. Не ссать, нормально все. А Даня очень круто балансирует. Этот персонаж такой, в рот ему заглядывать хочется, когда он играет. Вот я не знаю, как, что это за магия, как он делает такого персонажа абсолютно естественно, потому что я не смогу так. А он-то вот как-то вот, наблюдение, опыт, все-таки сколько ему, 57. Ты красавчик.